My physician. Я ищу главного пивовара Харкуфа. Мне не до тебя. Поговори с кем-нибудь из надсмотрщиков. Ты меня не понял. Я Миджай. Это Паладора. Это Паладора. Ну, конечно. Я ищу Скоробея. Тень, что нависла над Саисом. Тссс, прошу, не стоит произносить это имя. Аполлодор знает, что люди мучаются. Ко мне приходят. Многие жалуются. Торговлю душат, солдаты бесчинствуют, а бремя налогов Птолемея грозит раздавить нас. Пойдем же, отдохнем там, где есть крыша над головой. О Скоробее рассказывают много страшного. Уверен, Аполлодор говорил тебе. Я слышал об увечьях, похищениях и о тех, кого хоронили заживо в пустыне. Ужасная судьба. Оказаться в ловушке песков, когда твои тело и дух терзает безжалостное солнце. И ты ждешь часа, когда тебя примет Дуат. Но это всего лишь рассказы. В Саисе, разумеется, есть злодеи. Но Скоробей, если он и существует, о нем боятся говорить. Сведения людей Харкуфа. Страхи народа. Саис такой же, как Сива. Последнего, кто задавал вопросы про Скоробея, избили до полусмерти и отрезали ему язык. Кому? Гупе, тестью истинного правителя этих краев, Тахарки. Вон там, Кава, внук Гупы. Эй, уже выиграл? Я ищу твоего деда. Знаешь, где он? Нет, он ушел в сторону лагеря Пир. Пока что не вернулся. Что ж, пойду поищу его. Есть ли новости о Джеске? С тех пор, как ее арестовали, никаких. От поджигателя не уйти. Thank you.
будем делать с нищим, которого Маркус поймал в шатре Филокита? Если выживет после этой взбучки, продадим его в рабство за драхму. А ты знал, что он не мой? Значит, за полдрахмы. Стрелял. Надо действовать аккуратно. Thank you.
мы закончим быстро. Что там? Осторожно. Стрелял!
ухо востро. Что случилось? Эй, стоять! Эй, проклятый, что? Сейчас подстрелю! Убожество! Мы закончим быстро! Накинуться. Что? Эй! Эй! Смотри в оба. Враги рядом. Нас никто не застанет врасплох. Эй, откуда? Что ты... Вот.
солдат! Сюда! Скорее! А вот и... Не привлекать внимание. Послушных детишек наказываю. Твое время вышло. Стой! Ты что делаешь? Эй! Что ты? Эй! Зараза! Беда.
Помогите! Меня не пустят. Что? Никого. Thank you.
Должны здесь заметить. Откуда это? Не убежишь. Ага.
Выходи! Боишься?
Хорошо охраняется. Что будем делать с нищим, которого Маркус поймал в шатре Филактита? Если выживет после этой взбучки, продадим его в рабство за драк. Ты знал, что он не мой? Эй, кто? Эй, оружие под рукой? Понятно. Я уж не вроде упущу. Здесь. Что? Это игра какая-то. Продолжайте погоню. Вот ты где. Эй, что? Умри. Он мой.
Помогите мне! Меня не пустят. Во имя всех богов, Маркос. Я думал, ты убил его. Нет, нет, еще дышит. Вот глупец. Теперь будет знать. Вот тупица, что ты делаешь? Thank you.
тебе конец. Перебьем всех, кто сунется. Обещаю. Кто стрелял? Бупа, я тебя спасу. Думаю, жить будешь. Корабей лишил тебя языка, но ты можешь помочь. Харков сказал, что ты искал Скоробея. Помоги, и он умрет, обещаю. Дедушка! Дедушка, как ты? Что с ним? Избит, изранен и хочет пить. Солдаты не пощадили его, но он поправится. Где твой отец, Кавап? Надо поговорить. Его тут нет. Он на строительстве. Мама! Дедушка ранен! Солдаты снова решили, что он попрошайка. Отец, что ты опять натворил? Искал Скоробея. Если поможет мне, то я буду вас защищать. Скоробей просто миф. Все это знают. Он попросил прочитать. Похоже, Скоробей собирает армию и ведет к Литополису. О боги! В город, где сейчас мой муж. Город, сгинувший в песках? Отцу предначертано возродить его. Скоро мы встретимся. Да, мама?
Да. Мой муж Тахарка работает там не один месяц. И точно поможет. Он всех там знает. Если что, передай, что я по нему скучаю. Конечно, передам.